красной зоне Видновской районной клинической больницы продолжается борьба за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусом. А у некоторых больных анамнез отягощен и другими серьезными заболеваниями, которые требуют проведения срочных операций. 15 мая в инфекционное отделение ВРКБ поступила 81-летняя Лариса Тищенко. Накануне пенсионерка на фоне слабости и высокой температуры, вызванной ковидом, упала дома и сломала шейку бедра. Врачебная тактика в этой ситуации – как можно скорее стабилизировать состояние пациентки и провести операцию по биополярному протезированию. С этой пациенткой провели массивное лечение. Спустя 7 суток состояние ее стабилизировалось. И мы смогли ее прооперировать, поставить искусственный сустав, что позволило к 8 суткам ее активно уже ставить. И как вы уже видели, что мы ее готовим фактически на 17-18 сутки на выписку. И можем с гордостью сказать, что это очередной отвоеванный пациент от ковида. В дальнейшем пенсионерке предстоит долгая реабилитация, но уже сейчас женщина чувствует себя хорошо, она активна и делает первые шаги. Она может садиться сейчас, может вставать. Сегодня даже пару шагов сделала. Лариса Тимофеевна благодарит медиков ВРКБ. Очень тоже внимательные врачи, они сразу прямо... Я вообще довольна больницей. Я не думала, что... В общем, видно, такая больница хорошая. Выписка пациентки назначена на ближайшие дни. Дома ее ждет внук.